Сотрудники городской полиции наведались в одно из заведений в районе Чемзе. Оказалось, в кафе по улице Хлебозаводской торговали алкоголем без лицензии. Сыщики пришли сюда под видом клиентов, заказали 50 граммов водки, бармен даже счет выписал. Но когда сотрудников бара попросили предъявить разрешение на продажу горячительного, здесь лишь развели руками. В итоге оперативники изъяли всю нелегальную продукцию. Кроме водки, под арест попало и пиво. Алкогольная продукция в количестве 5 литров была изъята, а предпринимателю в настоящее время придется заплатить штраф 4000 рублей. Административный протокол оперативники составили на месте, а потом хозяина кафе пригласили в райотдел. И штраф оплатить, и объясниться за нелегальную торговлю алкоголем. Кафе закрывать не стали, оно продолжает работать. Руководство пообещало в ближайшее время оформить лицензию на продажу алкоголя. Сыщики пока поверили на слово, но с проверкой сюда вновь вернутся.